Крики, стрельба, спецназ. Это не учение, не спасательная операция. Идет съемочный процесс. В Ульяновске приступили к съемке полнометражного фильма. Картина «Холодная месть» полностью местного производства. Сильнее! Первые кадры криминальной драмы отсняты в коттедже на опытном поле. Это одна из наиболее эмоциональных сцен фильма «Освобождение заложников». Всего же запланировано около 7 локаций. Основная в гостинице на верхней террасе. О чем конкретно фильм, конечно, сказать я не могу, но это криминальная драма, скажем так, о нелегкой жизни, скажем, главного героя, который в свое время оступился, и за это он будет маленько расплачиваться, скажем. В съемках «Холодной мести» задействовано около 30 человек. Среди актеров, как выпускники театральных вузов, так и любители. Автор сценария Сергей Рогожин признается, идея фильма возникла спонтанно. Сначала вместе с друзьями написали шуточный сценарий в общей переписке, который потом Сергей адаптировал под реальное кино. Идея пришла после посещения съемочной площадки сериала «5 минут тишины. Новый горизонт» нашего московского, который приезжал к нам снимать у нас. Участвовал там в качестве массовки. Вообще весь процесс закадровый мне понравился. Да и не только закадровый, но и то, что происходило в кадре. Ну, после этого мы создали общий чат. С ребятами познакомились на площадке, создали общий чат. И после этого как бы начали в шутку обсуждать, было бы неплохо свой проект снять. В съемочной группе отмечают, у фильма нет бюджета. На съемки планируется потратить около 10 тысяч рублей. Работа над фильмом идет во второй половине дня, когда все ребята освобождаются с основной работы. Снимать драму планируют полтора месяца. Далее – постпродакшн. Зимой 2021 года фильм будет представлен ульяновской публике в кинотеатре «Люмьер». Анна Тищенко, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.